Друзья, всем здравствуйте, все мы ждем обновления, ближайшее обновление в Brawl Stars, пока неизвестно, когда оно выйдет, потому что, ну, вроде как бы должно быть сегодня, не знаю, возможно, этот ролик выйдет как раз во время обновы, либо в пятницу, ну, короче, вот, должно уже обнова быть, потому что разработчики спойлерят, разные, короче, снэкпики и прочее, много ютуберов уже, естественно, отсняли разный материал, потому что у некоторых есть доступ к сервакам официальным, я не знаю, там, каким образом это делают, не сильно в это вникаю, но я хотел бы более подробнее познакомиться с новым персонажем Биби до того, когда она выйдет. Да, неважно, даже когда она уже выйдет, будет интересно посмотреть, как этот персонаж справляется со всеми остальными бравлерами в этой игре. Значит, первое, что бы хотелось отметить, Биби будет эпиком, если вы вдруг не знали. Так, секундочку. Биби будет эпиком, значит, очень интересный персонаж, у меня пока есть сомнения по поводу его имбовости, но уже неоднозначное слишком у него поведение, потому что у нее охренеть как много разных приколов. То есть давайте смотреть и буду по порядку все вам рассказывать. Поехали. Эпик броулер. Так, значит, у Биби звездная сила. Когда у вас полный заряд, она становится очень быстрой. Суперспособность у нее это жвачный шар. И пока он не попадет точно по персонажу, то она будет наносить всем урон после касания. Ну вот эта жвачка. Вот этот кнокбэк, да, удар ее, или как он называется, точно не помню. Он отталкивает юнитов. И знаете, в чем охеренность этой штуки? Что она сбивает суперспособности, она сбивает каст Фрэнку, Булу, Дэрилу, кому еще? Я не знаю. Кстати, прикольная новая карта. Вроде как Карлу. Кому еще сбивает? Короче, я точно не знаю, но надо с этим разбираться. Итак, Биби против Пенни, Джесси и Спайка. Поехали. Спайка просто впритык, без мансования, выносит. Ну, потому что это танк. Теперь смотрите с кнокбэком. То есть, когда у нее вот этот заряд, который отталкивает, или как он называется. Бам. И так выносит. Вот против Джесси. Тоже Джесси выносит. Бля, меня больше всего удивило, ребят. Ну, посмотрим чуть дальше. Давайте. Так, Джесси выносит при любом раскладе. Пенни. Ну, Пенни тоже вынесет. На изи. Да. Вот как будет с отталкивающим ударом. Кстати, мне казалось, что отталкивающий удар станет. Но нет. Вот, посмотрите, ребята, как она двигается. Вы посмотрите на ее скорость, друзья. Вы сейчас видите это? Да это просто дебильная, это пассивка, да? Это же пассивка. Это быстрее, чем Леон. Не, Леон в инвизе, по-моему, быстрее немного, да? Короче, скорость нереальная, ребята. Это очень быстро. Это очень быстро. Мне пока трудно говорить, будет это имбой или нет, но это очень быстро. Скорость ее передвижения это нереально. Это жопа. Я уверен, что этот персонаж будет пользоваться спросом. А вот Карл убивает раз на раз. А давайте теперь посмотрим при кнокбеке. Вот он оттолкнула. И вот когда она отталкивает, она убивает Карла. Поко. Ну, Поко убивает, да. При любом раскладе. Да, Поко на изи. Так, Мортис. Мортис тоже помирает. При отталкивании вообще у него нет шанса. А хотя, видите, если бы ультанул, то, возможно, бы нанес урон. Не, но она очень имбовая. Особенно будет в 3 на 3, ребята, в осаде. Вы представляете, как она быстро будет собирать вот эти болты? Или как они там называются? Я делаю вид, что я его понимаю, но на самом деле нет. Эх. Субтитров нету. Сейчас. Ну, субтитры тут только английские. Вот ее ульта. Это такой жвачный шар, который летает по арене.
Очень интересно она тем, что если ее прокачать на максимум, она прям нереально имбовая. Пассивка, вот этот отталкивающий удар, ульта, у нее радиус вот этот атаки очень огромный. Ее трудно будет мансить, очень трудно. Рикошет минус. Далее с нокбэком тоже минус. Окей. Барли. Барли почти убивает. 100 хп оставил. При отталкивании тоже убивает. Хорошо. Ну, ворон тут понятно. А вот интересно, когда оттолкнет. То же самое. При отталкивании. Окей. Так. Never stood a chance. Neither did Barley or Rico, but nice try, guys. Так, давайте дальше смотреть. Против Бо, Джина и Ниты. Ребят, я сейчас ролик смотрю зарубежного ютубера Лекса. Я забыл вначале сказать, ссылку на него я оставлю в описании в оригинал. Так, это кто? Это Нита. Ниту вынесли, да? Да ну понятно. Джин. Джин тоже умирает. Хорошо. Так, следующий кто? Бо. Ну, Бо может убить. Да, Бо убивает. Да ну, конечно, у Бо сильный урон. Ну, блин, вы понимаете, что это сейчас вам показывает пример, когда она не мансит. Когда она просто в упор стоит и наносит урон. Но вы понимаете, что у нее скорость передвижения гораздо быстрее, чем у Бо летят стрелы. Ребята, то, что она сбивает каст со своей вот этой штукой, которая отталкивает, это прям дико. Это очень дико. И это, понимаете, это даже не ульта. Ну понятно, Динамайк вообще тут... Что? Серьезно? Серьезно, Динамайк вынес? Да ну нах. А Барли проиграл. Прикольно. Ну, Пайпер, блин, это очень глупое сравнение. Ну, понятное дело, что это... О, чуть подальше, видите? О-о! Вот тут уже у Пайпер побольше, как бы, этих шансов. Тара почти вынесла. Ну, хотя как, 1000 хп оставила. Naturally, knocked her away, gave her more distance, which is going to claim victory first. Поехали дальше. О, Леон, Кольт и Брок. Это интересно. Смотрите, что делает Брок. Бэмс! И, ну, если... Это если на равных. То есть, она умирает после того, когда сгорает ракета. Но убивает она быстрее Брока. Но, опять же, это сравнение, когда они стоят вот так вот, в лоб-в-лоб. На практике это будет немножко по-другому. Естественно, попробую еще подойти к Броку. При отталкивании она выигрывает. А вот это меня, конечно, удивило, что Кольт ее убивает. И, по-моему, даже при отталкивании тоже. Ну, смотрим. Да, при отталкивании тоже. Ну, это охренеть. Это хорошо. Так, Леон. Ну, Леон, он и в Африке Леон. Стоит, я думаю, будет этот персонаж приблизительно около 200 гемов. Когда выйдет. Я, естественно, буду разыгрывать. Если хочешь его получить в числе из первых, прямо сейчас подпишись на канал. Так. Далее едем. Шелли, Роза и Бул. А вот теперь поехали ближники. Вот это интересно. Смотрите, что делает Шелли. Шелли убивает, даже шансов не дает. При отталкивании. При отталкивании тоже нет шансов. А там еще и ульта. Хорошо. Роза. И тут нету, понимаете? Это ближник, и он проигрывает ближникам. Но... Точнее, она проигрывает ближникам. Но у нее реально интересные характеристики, интересные способности. И мне бы хотелось поиграть и попробовать это в деле. Я пока мало понимаю, как это все будет происходить. При отталкивании, конечно, почти быка завалили, но всем троим ближникам она проиграла. Против Дэрила. Так. Даже Дэрил убивает. Ну да. Но тут у нее, знаете, акцент не на урон, акцент на ее радиус.
И на вот этот отталкивающий удар. Я вам отвечаю, в саппорте она будет нереальная. В соло хз, а вот в саппорте, в дуо, в трио это имба, наверное. Ну, трудно сказать, на самом деле. Мне кажется, круто будет. Фрэнк. Гейн, ну Фрэнк убьет, понятное дело. Если Дэрил убил. Но прикол в том, что она Фрэнку ульту сбивает. При отталкивании тоже Фрэнк убивает, хорошо. Эль Примо. Ну тут тоже, мне кажется, очевидно. Пам, пам, пам. Да. Минус. Так, далее. Так, так, так. Да. Так, что у нас дальше? Против Пэм. Так. Ну, Пэм тоже. Пэм тоже убивает. Так. Вот с отталкивающим ударом. Тоже одинаково. Что так, что так. Так, следующий персонаж у нас... А, по-моему, все. По-моему, все. А всех показали, да? Подождите. А, и Кроу, и Спайк все были. Да, походу, все. Вот такой вот, друзья, персонаж. Это эпический будет персонаж. Вот характеристики. Это уже на 10 уровне. Давайте посмотрим еще раз. Значит, 1800 урона, супер damage on hit 1400, так, хп у нее 5, почти 6к, вот. Но это, собственно, это тот жвачный шарик. Вот такой вот, друзья, персонаж. В общем, ждем обновы. Хочу, конечно, сам поиграть, попробовать, что получится. И потом уже более детально мы изучим этого персонажа. И будет понятно, что да как, в каких связках и что против кого она делает. Потому что, ну, в сравнении, когда лоб в лоб, это не совсем, мне кажется, корректно. Хотя мы здесь же были сравнения как и с ближниками, так и с дальниками. В общем, ждем ее, посмотрим, как она будет вести себя в практике. Ну, мне в целом... понравилось. Я жду нового персонажа, очень-очень жду. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить сразу, когда выйдет обнова, чтобы прочекать все, и, конечно же, я буду его разыгрывать. Давайте, кстати, прямо сейчас проверю, возможно, уже техперерыв. Давайте чисто по приколу зайти в игру. Нет, еще техперерыва нету во время записи этого ролика. В общем, ждем, не знаю, когда будет обнова. Пишите ваше мнение по поводу этого персонажа, и всем до новых встреч. Пока!